Скончался известный российский хоккеист, обладатель Кубка Гагарина Артем Чернов. Печальная новость появилась в твиттер московского «Динамо». Хоккейный клуб «Динамо Москва» выражает искренние соболезнования родным и близким Артема. «Мы скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении. Спортсмену было 38 лет, причина его смерти не называется. В 2012 году Чернов выиграл Кубок Гагарина в составе «Динамо». Также он выступил за такие клубы, как «Спартак», «Авангард», «Салават Юлаев», «Нефтехимик». В прошлом сезоне хоккеист играл за новокузнецкий «Металлург» в высшей хоккейной лиге. В текущем сезоне не выступил ни за один клуб.